Семеро по лавкам. Для семьи Степановых из Чебоксарского района это не просто поговорка. У них действительно 7 детей, и это только приемные. Трое своих уже выросли и создали собственные семьи. Всего у Веры Даниловны и Вячеслава Васильевича 10 детей и 5 внуков. В гостях у Степановых побывали мои коллеги. Вячеслав Степанов – заместитель директора по воспитательной работе в Тринкосинской школе Чебоксарского района. У супруги тоже педагогическое образование. Она трудится в том же учебном заведении социальным педагогом. Оба выросли в многодетных семьях, привыкли к шуму, веселым играм с братьями и сестрами. Поэтому, когда свои трое детей выросли, решили взять приемных. Решили взять приемную семью, чтобы осчастливить хотя бы одного ребенка. А потом жизнь показала, что для он все-таки, значит, молодой, маленький, так скажем, первоклассник тогда он был, значит, ему нужен друг, общаться, играть, значит, решили второго, значит, потом два мальчика играли, а постепенно потом хозяйке говорю, значит, давай себе это помощницу. Чтобы, значит, девушку возьмем, значит, приняли девочку. Трое детей подрастали, ходили в школу. А под новый 2014 год Степановым позвонили из органов опеки и предложили взять еще четверых. У Кати и ее родных братьев, Вани, Саши и Сергея, умерла мама. И им грозило распределение по разным детским домам. То, что супруги Степановы, не раздумывая, приняли их в свою семью, спасло ребят от расставания. И так их стало семеро. Дети все очень разные, и у каждого свое увлечение. Когда я пришла, у меня была плохая осанка. Мне сказали, что надо заниматься танцами. Ну, и мне самой как-то захотелось увлекаться. Все-таки интерес какой-то появился. И я начала заниматься. А потом уже со временем мне это стало очень интересно. И мне аж не хотелось бросать танцы. Кристина, хотя и занимается танцами 5 лет, мечтает стать полицейским. Девушка-чемпионка Чувашии по армспорту среди юниоров. Паша уже в 9 классе задумывается об армии и в школе с удовольствием занимается на уроках ОБЖ. А Ваня, который всего 2 месяца в Тринкосинской школе, любит плавать в бассейне. После школьных занятий вся семья собирается дома. Им есть что обсудить. У кого какие радости, а может и горести. Чем занимались младшие дети в садике, скучно не бывает. Кристина, у нас самый любимый праздник – Пасха, да, ведь? Угу. Мы заранее готовимся. Да, угу. Кристина? Дни рождения – это у нас уже не только у нас, у всех. Еще что у нас, Кристина? Ну, прививаем это... К православной вере все православные праздники мы отмечаем. Своих и чужих в этой семье нет. Есть старшие и младшие. Практически каждую субботу дети, у которых уже свои семьи, приезжают к родителям на пироги. И тогда за столом Степановых вместе с внуками собирается 20 человек. Также в субботу у них традиционно банный день, совместное катание на санках и лыжах. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.